Труппа Саха Театра выступает в Москве. Там большие евразийские гастроли театра, посвященные 110-летию Якутского национального театра, подойдут к концу. Что представят гостям и жителям столицы России, расскажет Наталья Сазонова. Зрители, а это театральная общественность Москвы и многочисленные земляки, ныне живущие в столице, начали подходить задолго до начала спектакля. Поскольку основную часть труппы Саха Театра составляют выпускники Щепкинского высшего театрального училища, то сцену Малого театра они считают своей альма-матер. О чем сказал, приветствуя якутских артистов, художественный руководитель Малого театра Юрий Мефодьевич Соломин. Этот театр знают не только в Якутии и в Москве. Он проехал вот недавно, в общем, захватил всю азиатскую и европейскую часть бывшего Советского Союза и побывал и за рубежом. Интересно было узнать, с какими чувствами молодые артисты Саха Театра выйдут сегодня на легендарную сцену. Для нас это, конечно, очень ответственно, потому что, когда мы учились в АГИКе, и нам всегда наши преподаватели рассказывали, как это ощутить себя на сцене Малого театра. Конечно, волнение присутствует, и надо перебороть. Спектакль «Желанный берег мой» вот уже 35 лет триумфально шествует по театральному миру и всегда вызывает большой интерес публики. Все, что делает Андрей Савич Борисов, он для меня один из действительно первых режиссеров в мире, я не преувеличиваю. Впереди у наших артистов еще два спектакля, один из которых «Мамаша Кураши и ее дети» является премьерным. Полагаем, что такой серьезный гастрольный тур, несомненно, даст новый импульс в работе Саха Театра. Мы вот придумали этот проект, чтобы как нам дальше, правильно ли мы идем. Или еще что-то надо прибавить. Поэтому как итог, потом еще новый этап начнется для Саха Театра. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК Саха, Москва.